Всем привет! Хотел рассказать вам о нашумевшем проекте, который сейчас волнует многие жители города Казани, а также Республики Татарстан и Зеленодольского района. Итак, новость о том, что в Казани, ну и под Казани, планируется постройка мусоросжигательного завода. Я нахожусь на том месте, где планируется данное строительство. Итак, здесь находится высоковольтная линия передач, которая позволит обеспечить электроэнергией данный мусоросжигательный завод. Также есть протянут газ, и вблизи находится водоотведение. Итак, что хотел рассказать про этот проект? Что в Казани планировалось первоначально построить в самом городе, но так как выступили экологи и многочисленные жители о том, что это будет вредить самой экологии города, и также уже дышать будет нечем, потому что находится Казанский органический синтез на территории города и другие заводы. Итак, основным инвестором будет выступать РТ Инвест, которым принадлежат две АГК-1 и АГК-2. Одна, значит, компания будет возводить эти мусоросжигательные заводы на территории Москвы и Московской области, ну и один АГК-2 будет возводиться вот у нас на нашей территории. Планируется строительство и полный под ключ сдача этого объекта к 2023 году. Это совсем еще не скоро, но проектная документация, которая согласована с Министерством Республики Татарстан, потому что есть подтверждающий документ, подписанный премьер-министром, в котором сказано то, что вся, значит, инфраструктура по подводке региональных ТКО, они должны быть обеспечены уже в ноябре 2017 года. Соответственно, это уже должно быть все утверждено, согласовано. Сейчас ведется полное согласование с жителями, с представителями различных служб именно участка. На самом деле уже давно все решено и согласовано. Поясню почему. Потому что с региональными должно быть согласовано место, непосредственно место, где будет построен этот завод. Потому что от этого зависит стоимость логистики и, соответственно, всех остальных затрат. Будет ли им выгодно возить сюда именно этот мусор или же на другую территорию для переработки, либо в Москву и Московскую область. Сам Минихан сообщает, что 21 мусоросжигательный завод находится в Токио, непосредственно в самом городе, но при этом экологическая ситуация вполне является нормальной. Но все мы прекрасно понимаем, что если будут строить российские строители, то, соответственно, может быть, где-то что-то не доделают, где-то что-то там своруют и так далее, никто не будет отвечать за безопасность. Только после того, как все это начнет работать, могут оказаться те или иные недостатки. При этом в этом же проекте и в новостях сказано то, что если проект выгорит, то, соответственно, он заработает и в других регионах. То есть если он действительно будет наносить меньше вреда, чем все остальные перерабатывающие заводы и так далее, то, соответственно, будут уже продолжать возводить, либо не возводить на территории других регионов аналогичные мусоросжигательные заводы. На данный момент в различное время на территории города проходят митинги по поводу строительства этого мусоросжигательного завода. По мне, так все уже давно решено, поэтому строительство будет именно здесь. Поэтому я думаю, что в принципе, мусоросжигательный завод полезен, если он построен с соблюдением всех норм и требований, потому что это дает также приток капитала и рабочие места. Но при этом необходимо учесть, что несмотря на то, что будут взяты деньги инвесторов и кредитные деньги от банков, хотелось тоже также учесть, чтобы администрация города и республики пошла на то, что этот мусоросжигательный завод будет вырабатывать электроэнергию, тепло и так далее. Соответственно, стоимость всех энергоресурсов, которые потребляет город и ближайшие регионы, снизились за счет того, что мы просто потребляем чистую, это как получать электроэнергию от ГЭС. Мы используем природный ресурс и, соответственно, получаем
получать электроэнергию и тепло. Соответственно, если здесь будет применима такая же система, это было бы здорово. То есть это было бы снижение цены на услугу и так далее. Соответственно, было бы рентабельно и также содержать этот мусоросжигательный завод. Ну, у меня на этом все. Спасибо за просмотр. Ставь лайк, если тебе понравилось видео. Подписывайся на канал. Также жми колокольчик, чтобы не пропустить это видео. Всем удачи, всем пока. Love you.